Маша – хрупкая девчонка, которая променяла юношеские забавы на изучение прав человека и уголовного кодекса. Закончив юридический факультет, героиня попадает по распределению в УГРО районного отдела милиции. Здесь работают мужчины, прошедшие войну и повидавшие множество страшных вещей. Естественно, молодую девчонку никто не ставит во внимание. В первый же день на службе Маша решает уволиться, но неожиданно к ней попадает информация о предателе, который завелся в их участке. Героиня решает, что крота нужно разоблачить. Под подозрением оказывается практически весь отдел милиции, даже оперативник, приятный мужчина, в которого влюбилась наивная Маша. Скорее всего, продолжения данного сериала не будет, а если будет, то посмотреть вы его сможете не ранее осени 2018 года.